24-я Всероссийская конференция с международным участием жизнеобеспечения при критических состояниях проходила 11 и 12 ноября в Москве. Это мероприятие проводится уже более 20 лет и является знаковым в мире анестезиологии и реаниматологии. Ежегодно конференция собирает более 1000 участников из России и зарубежных стран. На ней выступают лидеры ключевых направлений анестезиологии и реаниматологии. Мы очень рады, что наконец-то впервые с 2019 года мы смогли собраться очно. И у нас достаточно много участников как очно, так и в онлайн-формате. Очень торжественно прошло открытие конференции. Сейчас работаем по отдельным секционным заседаниям. И желаю всем удачной конференции. Программа конференции охватывает наиболее актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. Из того, что обсуждается сегодня здесь, я, наверное, отметил бы, выделил для себя направления, связанные с лечением сепсиса, с антибиотикорезистентностью, с проблемами хирургической инфекции, с проблемами лечения инфекционных осложнений в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Ну и, конечно, конек Институт общей реаниматологии, вопросы, связанные с патофизиологией гипоксии, с патофизиологией критических состояний в целом. Это сильная сторона Института общей реаниматологии, который, я бы сказал, наверное, с такой тщательностью больше никто в стране не занимается. Во второй день конференции на площадке НИИ общей реаниматологии имени Неговского проходили мастер-классы. Лечение критических состояний – это самое важное, и, кстати сказать, у нас есть только ординатура двухгодичная, и выдают диплом анестезиолога-реаниматолога. А за рубежом, для того, чтобы получить этот диплом, надо учиться после института еще 9 лет. 9. Запомните эту цифру. 9 лет. И эта специальность самая, во-первых, авторитетная, самая нужная и самая высокооплачиваемая. Формат 24-й конференции жизнеобеспечения при критических состояниях был смешанным. Очно она проходила на площадке Российского университета дружбы народов. И здесь собрались врачи, уже взрослые, с большим опытом, чтобы этим опытом поделиться с молодыми врачами. И здесь собрались профессора, которые приехали из разных мест, из разных городов, для того, чтобы фундаментально рассказать о том, куда же движется наша профессия. А куда движется наша профессия? А наша профессия движется к дальнейшим горизонтам. Мы научились лечить. Мы научились лечить интенсивно, но мы шагнули дальше. Мы теперь интенсивно лечим, и во время этого интенсивного лечения умеем еще вплести свои реабилитационные методики, уникальные методики в том, чтобы этот человек в критическом состоянии не был забит. И когда это критическое состояние наконец-то закончится, у него все органы и системы будут функционировать совершенно нормально, безо всякой патологии. И в этом мы должны преуспеть. Я очень надеюсь, что конференция будет полезна для всех участников. И вернувшись с этого конгресса домой, коллеги, которые принимали участие в работе этого конгресса, смогут воплотить те знания, которые получат здесь, в Москве, в улучшение результатов лечения наших больных в отделениях реанимации по всей стране и ближнем зарубежье.